привет! Еще один маленький обзор блока питания для компьютера. Вот такой. На 850 ватт. Вот. Сентей. И сейчас будем открывать и смотреть. Это я тут приобрел в Валентине. Я нахожусь. Обзоры отсюда. Так что цены могут быть совсем разные. Продукция разная. Но мало ли. Любителям посмотреть продукты компьютерные. Покажу этот блок питания. Сейчас я его буду открывать. Он пойдет в игровой компьютер. Выглядит со всех сторон вот так. Вот такая коробка здоровенная. А теперь рассмотрим все в середине в этой коробке. У нас находится. Значит, первый раз его открываю и смотрим. О, удобная ручка, чтобы таскать. Вот такой блок питания. Инструкции всевозможные имеем. Ну, вложим аккуратненько в пакетик. Винты, чтобы прикреплять. Сетевой шнур имеем, отодвигаем. Здесь вот сколько у нас тут контактов всевозможных. Сейчас мы их раскроем и все рассмотрим. Вот коннекторов. Полный набор всевозможных. Смотрите. SATA, сколько их здесь у нас получается. Кучугура. Целая. Этих. Вот. Вот. И вот. На 8, на 6, на все подряд. На все случаи жизни. И этих у нас получается 1, 2, 3, 4. Даже для дискетеры есть маленькая, которую уже никто не применяет. Здесь есть еще один вот старого образца. Или два даже. И SATA 5, 6. И здесь у нас 4, еще 10. Ну, вот такой набор. Довольно мощненький блок питания. Вот с таким вентилятором внизу. Охлаждение видно. Ну, вот кому нужно для игровых компьютеров, пожалуйста, представляем. Может, кому понравится, понадобится. Уже будете знать, как он выглядит. Так что все. Пока. До следующего видео.